Дальневосточный турнир на призы партии «Единая Россия» собрал в Уссурийске 6 команд. Хоккеисты 3 дня выясняли отношения на льду. Играли сборные по круговой системе. И по количеству заработанных очков определился лидер. Самое сложное у нас оказалось с Хабаровским «Амуром». Мы давно знакомы с тренерами, они мне также попадались, эти тренера, по 2002 года. И также попались они по 2013 году. Мы как старые соперники, как старые друзья, обратно воюем друг с другом. Юношеский турнир оказался с изюминкой. Под шлемами игроков из поселка Ванино «Трансбункер» скрывались 2 хрупкие девушки. Влада и Кира прекрасно вписались в мужской коллектив и удачно завершали многоходовки команды. Нас всегда они поддерживают, но иногда могут подраться, но они всегда могут подстраховать. Меня в хоккей привел дедушка, и мне с мальчишками несложно играть. Уссурийская команда «Приморья» 2013 провела 5 матчей. Из всех игр хозяева льда лишь однажды сыграли в ничью с командой «Трансбункер». Такой расклад позволил уссурийцам занять верхнюю ступень пьедестала, поздравить с победой игроков и вручить медали пришли первые лица города. Серебро в турнире досталось команде из Ванино «Трансбункер». Бронза у хабаровского «Амура». Командам вручили комплекты искусственного льда, чтобы была мобильная тренировочная площадка для отработки ударов. Наталья Зайцева, Николай Ларченко, «Телемикс».